Всем добрый день. Мы продолжаем работу по установке памятника Сергею Бодрову перед станцией метро Баррикадная в Москве. 21 октября в 12:10 в Московском городском суде состоится апелляционное заседание по нашему иску в Московской городской думе о бездействии комиссии по монументальному искусству. Наше предложение об установке памятника Сергею Бодрову не хотят ставить на рассмотрение комиссии и пишут непонятные ответы о том, что установка памятника преждевременна. Нами собраны все необходимые документы согласно закону номер 30, но мы столкнулись с бюрократической волокитой. Братья и сестры, просим поддержать нас своим присутствием на судебном заседании 21 октября в 12:10 в Московском городском суде. Зал 373, апелляционный корпус. Ждем вас. Мы знаем, что сила в правде.